Здрасте, товарищи. Тут у меня есть такая замечательная лопатка от барашка. Я то порежу хорошими кусками. Во и во, во. Я то все посолю. Одну секундочку, товарищи, включу сразу. Значит, сковородку. Потом мы нашего барашка, который мы посолили, немножко погорчим. Мы это смазали дижонском острым горчицом, это очень важно. Пока у нас там все жарится, мы порежем помидорчики кружочками и ставим все это на дно нашей кастрюли. У нас есть лук, можно и так сделать это на половинке, а можно и силикон, кто хочет. Немного посолим, немного добавим туда паприки. Поперчим. Сейчас нальем масло на нашу сковородку, которая уже нагрелась. И уносим наше мясо, нашего барашка на плиту, чтобы обжарвалось. У меня есть такая замечательная штучка, савойская капуста, которую мы помыли. Сейчас мы то листья некрасиво отделим, а ставим то молодое, то что надо. Сейчас мы то вырежем, бросать не будем. Возьмем морковь, порежем. Это нам тоже принадобится. Когда я делаю всякие бульоны, всякие капусты, савойские, обычные, обожаю корень сельдерея, да добавим корень сельдерея, кроме того, что очень полезный и, наверное, самый диетальный продукт мира, очень дает такой приятный аромат. Когда кушаете корень сельдерея, вы потратите более калорий, пока желудок его приваривает, но что занесете в свой организм. Сейчас посмотрим, что происходит с нашим мясом. И потихонько сюда на доску мы добавим куски мяса. Будет просто замечательно. Затем добавим мы сюда нашу капусту савойскую. Ну, это будет достаточно. Опять, дорогие мои, добавим мяско и сок, у которым жарилось наше мясо. Добавим всякие морковки, сельдерея, можно добавим чуть паприки. Сладко, остро на ваш выбор. Сейчас мы это мясо хорошо укладем. Закроем то с нашим капустом. Так, закроить наше мясо. Все это будет выглядеть очень красиво. Я, как обычно, заполняю кастрюлю до верха. У меня всегда большая команда тут за камерами. Вы как-то дома можете свободно и поменьше. Сюда мы добавим чуть водички. Сейчас мы это все положим на плиту и оставим, чтобы это тушилось не на сильном огне, где-то примерно один часик. И закроем, товарищи, это все с крышком. Намного быстрее все приготовится. Савойская капуста. И, товарищи, тут у нас мяско хорошего, вкусненько. Тут у нас сельдерей, морковкица на гарнир. Снизу возьмем резаного лука. Обязательно то мы накоротим.
можете, конечно, да возьмете такую штучку. Чуть-чуть все то залить. Что бы то было сочненько. И, конечно, что бы то блестило. Что бы то было, как надо добавить чуть-чуть оливкового масла. Сверху. Это было все. Я очень рад, что вы были с нами, что вы нас смотрите и дальше. Наслаждайтесь, готовьте, тренируйтесь. Спасибо. Чао.